Ежегодно в рамках партийной акции общеобразовательные организации получают помощь. Волонтеры, общественники и предприниматели помогают ребятам из многодетных, малообеспеченных и неполных семей подготовиться к новому учебному году. Кроме того, в этом году активисты будут помогать детям-участникам СВО и школьникам из новых регионов. Стать участником акции может любой житель города, организация, учреждение или общество. Для этого необходимо принести в местное отделение партии «Единая Россия» канцелярию, наборы для творчества, спортивный инвентарь, рюкзаки, школьную одежду и обувь. Сбор осуществляется до 23 августа в городской библиотеке по адресу 2 микрорайон, 8 дом, кабинет 176. Подробная информация по телефону, который вы видите на экране. 8 34 63 20 13 16.